Здравствуйте, друзья! У нас сегодня необычное событие. У нас известные всем, смотрим камерой, на известных всем, значит, ну, они вас помнят. Мария. И Семен. И Семен. Маша и Семен. Семен и Маша, друзья. Вот они тут, счастливчики, грин-карт лотереи. И сегодня я, друзья, от имени и по поручению правительства Соединенных Штатов, Государственного департамента и всяких других организаций, вот, вручаю им билет в буржуинство. Оно же в простонародье грин-карта. Вот. И вот эта красная полосочка напоминает им, откуда они в конечном счете прибыли. Вот, чтобы, значит, храните эти конверты. Друзья, давайте мы будем, значит, вот у меня написано. Мария Александровна. Это вы? Да. Ну, идите обниматься через стол, Владимир. Все, Мария Александровна, вручаем. Они все с отчеством тут. Сергей Михайлович. Семен Михайлович. Семен Михайлович, я просто без очков. Семен Михайлович, а так, знаете, хочется прочесть. Все, Семен Михайлович, вы как Будённый, если кто знает о таком речь. Ну, как вы вообще, как? Вот, неделю мы с вами не виделись, да? Да. Что вы вообще делали тут без грин-карты-то все это время? Вокруг ездили, смотрели окрестности. Так. До океана доехали, до Сан-Франциско доехали, посмотрели. Так. Люди хорошие вам встречались? Да, все очень доброжелательные. Ходят вы с удочкой. Такое. Да. Это самодельное. Это Маша мне подарила на один из наших праздников. А, еще оттуда уточка, не американская. Да, это еще не американская, понял. Пока не рисовали. Прикупили, может быть, из шмоток что-то, что такое вам захотелось, и вы не могли удержаться. Нет. Такого не было. То есть вы так бюджет держите. Держим. Ну хорошо. Что? А ну что-то произошло? Ну как, мы исследуем вот местные тропы, местные парки, вот по которым можно прямо приезжать. Да. Думаем, это парк, а это, оказывается, какое-то безумное ранчо с перепадом высот, там метров 500. Да, да, и там трейлы уже эти вот. Да, да, да. И там карту дают. Да. Да, и очень здорово. Куча животных, и они прям... Вы только осторожнее будьте, там есть места, где не принимает телефон. Поэтому, если не дай бог чего, так и не дозвонишься. А у них, кстати, мы обратили внимание, очень круто сайты сделаны, и предупреждение об этом есть, потому что мы приметили парк за Сан-Франциско повыше. Вот, и там как раз написано, да, будьте внимательны, да, телефоны здесь не ловят. Слушай, мало ли что. Да. Да. Ну что же, давайте мы вас отпустим уже по вашим делам, тем более я урок веду, вот, специально вышел, чтобы выполнить поручение почтового офиса. А почтовый офис, друзья, это государственное учреждение. Это федеральное правительство руководит. Так что я от почтового офиса в основном высказывался. Федерально. Федерально высказался. Не на уровне штата, потому что грин-карта, она федеральная. Хорошо? Да. Все, вы будете хорошими американцами? Да. Конечно. Они будут стараться. Давайте, ребятки, счастливо. Спасибо. Так. Все, друзья, мы с вами прощаемся. Вот были они старые москвичи, вот, а теперь стали новые американцы.